Вау! Какая у нас тут гламурная девчуля, смотрите, о, да она еще и волосы отращивает, и цвет их меняет, вот это да! О, это у нас какая-то качелька, судя по всему, так, и нам нужно не натыкаться на эти пилы, а то наши, так сказать, волосики, они просто обрежут. Здорово, ребятки! Вы на канале Игрозавр, и сегодня мы играем вот такую замечательную игру, где наша девчуля должна отрастить максимально длинные волосы. Чем длиннее, тем лучше. Только вот эти пилы, они нам все-таки мешают их отрастить, но при этом нам интереснее же играть, да? Давайте теперь проверим, сколько волос мы отрастили. Так. Ого, 75! Вот это результат! Давайте попробуем сейчас еще отрастить побольше. Так. Вот если честно, ребята, мне вот интересно, как вы, девчули, ходите вот с такими длинными волосами. Они ж невероятно, наверное, очень вам мешают. Пока их все-таки помоешь, пока их высушишь, это просто, наверное, такой головняк. Ай-яй-яй, тихо, осторожненько, пилы-пилы, обходим. Фух, немножко наши волосы так обкромсали. Так, нужно вот... О, давайте вот эти розовые возьмем. Вот так вот, смотрите, длиннющие, красивые. Ой-ой-ой, девчуля, ай, мы упали. Ну хорошо, давайте пробовать еще разочек. Я все-таки немножко тут до конца не приловчился. Так, так, а, смотрите, мы можем останавливаться, ребятки. Вот это круто, это все меняет в корне. Отличненько, давайте пробовать дальше. Смотрите, как мы прикольно меняем цвет, ребятки. Вот это здорово. Так, здесь аккуратненько обходим. И сейчас мы возьмем волосы розового цвета. О, да мы уже, вон какие длинные отрастили. Ой-ой-ой, только, пожалуйста, не обрежьте нас. Фух, фух, ребятки, какой-то ключик, интересно, о, два ключика мы каких-то собрали, интересно, для чего они нужны, ой-ой-ой, волосики, ай-яй-яй-яй, ребята, обрезали почти под корень в самом конце, ну, давайте проверим, сколько мы их отрастили, всего лишь 10, но все-таки это хоть какой-то результат. Так, ребятки, ну, смотрите, а дальше у нас все, раунды становятся сложнее и сложнее, о, давайте мы сейчас ее окрасим в голубоватый цвет, так, главное теперь, оп, стой, 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 чуть волосы наши не обрезали. Так, аккуратненько. О, давайте здесь посерединке. Быстренько, быстренько. Ай, немножко обкромсали наши волосики. Но ничего, ребятки, сейчас мы тут приловчимся, и наши волосы мы сделаем длинными, шелковистыми и красивыми. Так, ну, давайте пробуем дальше. Ой-ой-ой-ой, вот эти пилы нужно аккуратненько обходить, потому что кромсают они, ребята, не вот так вот, не по-детски. Но давайте пробовать дальше. Так, вроде бы у нас неплохо получается. Так, а ну-ка, давай быстренько. Вот так, давай проходим, 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 пока нам не покромсали волосики. Вот так вот. Ой-ой-ой, походу нам немножко их все-таки отчекрижили. Но давайте пробовать. Так, сколько мы отрастили волос? Давайте смотреть, ребята. 40. Неплохо. Вот это, конечно, неплохой результат, но все-таки это хуже, чем предыдущий. Давайте пробовать еще. Ребятушки, напоминаю, обязательно подписывайся на канал, ставьте лайки, ставьте палец вверх. Давайте, если успеете за 3 секунды, у вас будет самая лучшая неделя. Давайте, раз, два, три. Молодцы, ребятки. А мы продолжаем играть и отращивать волосы нашей девушки. Так, вот смотрите, у нас очередная какая-то супер классная качелька. И мы отрастили невероятно длинные волосы. Вот это крутяк. Ой-ой-ой-ой, тихо, осторожненько. Фух, чуть не обкромсали наши шикарнейшие волосы. Так, стоямба, стоямба. Идем дальше быстренько. Мы все-таки хотим отрастить же большие волосы. Правильно, ребятушки? Ой-ой-ой, походу нам тут их немножко обкромсали. Все равно. Так, ну, все-таки очень много у нас тут, видите, вот этих пил. Но сейчас глянем, сколько мы отрастили. Так, давайте пробовать. Отрастили мы 35, а нет, 30. Ну, довольно-таки неплохо. Ну, наш рекорд все-таки мы еще не победили. О, ребята, в этом раунде наша уже девчуля одела корону себе на голову. Ты гля, смотри, зазвездилась немножко. Hello. Или это у нас кто? Это Рапунцель или кто это? Кстати, да, ребята, смотрите, да она у нас реально в Рапунцель превращается с такими длинными волосами. Я не спорю, конечно, это, конечно, очень весело, это очень красиво. Но вы только представьте, сколько нужно труда для того, чтобы ухаживать за такими волосами длинными.
длиннючими, ребята, это просто что-то с чем-то. Это сколько ж нужно времени тратить на то, чтобы за ними вот так ухаживать? Я даже не хочу представлять, потому что я только просто расстраиваться начинаю. Ой-ой-ой-ой-ой! Обкромсали наши волосики. Но ничего, все равно у нас они, в принципе, длиннющие относительно. Так, 25 метров или чего это. Но неплохо, неплохо. Так, ну а мы продолжаем дальше отращивать наши супер-пупер классные длинные волосики наши Рапунцель. Так, аккуратненько. Вот я, конечно, до конца не понимаю, зачем такие огромные длинные волосы? Ну, действительно, это же просто, это некрасиво на самом деле. Такие чересчур огромные длинные, правильно, ребята? Ну, потому что, ну, сколько же нужно на них реально времени, чтобы за ними ухаживать? Да это неимоверно много. Ну, конечно же... Девочка хочет, девочки сделаем, правильно, сделаем длинные волосики. Ой, покромсала в самый последний момент. Так, ну, ладушки, что-то я заметил, что с каждым уровнем нам все сложнее и сложнее отращивать ее волосы. Нужно сейчас собраться максимально и отрастить максимально длинные волосики. Так, ну что, игрозавры, предлагаю сейчас максимально сконцентрироваться и отрастить максимально длинные волосы. Давайте попробуем. Так, фух, чуть не упали. Вот здесь аккуратненько, вот так вот загибаем их, чтобы они не обрезались. Быстро-быстро, красавица, давай, проходи здесь, давай. Корону поправь, не потеряй ее. Так, вот здесь быстро. Ай, блин, все равно обрезали. Да что ж такое. Ну, все равно, я думаю, сейчас мы тут справимся. Аккуратненько, вот так вот. Так, вроде бы ничего так получается. Фу, впереди, смотрите, гильотина или что это такое. Ну, короче, нужно быстренько здесь пройти. Вот так вот. И сделаем вот тут вот так. Ху-ху-ху. И вот так. О, ребята, мы отрастили довольно-таки длинные волосы. Ага. Давайте теперь посчитаем, сколько метров. А ну-ка, ну-ка. Ребята, 50, прогресс на лицо. Давайте пробовать дальше. Вот мне, если честно, интересно, это принцесса или это обычная девчуля? Просто интересно, если это принцесса, то зачем ее отправили на такой огромный, так сказать, опасный челлендж по отращиванию волос? Но, если честно, все равно это весело, это веселая игра. Поразвлечемся тут немного, попытаемся все-таки ей отрастить максимально длинные волосы. И посмотрим, что у нас из этого получится. Фух. Так, аккуратненько смотрим. Так. А ну-ка, Рапунцель, опусти свои волосы. 35, ребята. Ну, неплохо, неплохо. Но я вам скажу, что с каждым уровнем все дальше и дальше это сложнее делать. Ну что, подруга, давай, короче, идем аккуратненько, отращиваем волосы все больше и больше. Только я тебя прошу, пожалуйста, будь осторожней, потому что здесь все-таки нам нужно отрастить максимально длинные волосы. Давай, осторожненько обходим вот эти пилы. О, качелька, каруселечка, давай, собираем. Главное не обрезать их, ребята, потому что мы уже столько их собрали, они у нас нереально длинные. Теперь главное не обрезать их. Так, аккуратненько. Если честно, ребята, мне немного стрёмно. Ну, давайте сейчас аккуратненько здесь пройдем. Быстро проходи, красавица. Давай. Вот так вот. Фух, давай. Вот, ребята, вроде бы у нас получается. Так, здесь нужно выждать определенный момент, так как мы можем здесь останавливаться. Так, давайте приготовимся. 3, 2, 1. Погнали, быстро. Вот так вот. И да, ребята, сейчас мы должны довольно-таки длинные волосы отрастить. Давайте проверим, сколько. Побили ли мы свой рекорд? Ну-ка. Ребята, да это нереальные 125 метров, скорее всего. Я не знаю, метры это или километры, но скорее всего это метры. И мы победили свой рекорд. Отлично, ставь лайкосик, не забывай и подписывайся на канал. Игрозавры, вот такая вот была веселая сегодня у нас с вами игра. Если понравилось видео, обязательно подписывайся на канал, ставьте лайки, ставьте палец вверх. И пока-пока!